Эй, всем здорово! Тут у меня сегодня целый комплект. Главное распаковать аккуратно, чтобы не повредить. Собственно, подготовка у меня к весне идет полным ходом. И я заказал в одном магазине шорты, которые мне понравились. Давайте начнем с шорт. У меня мои штаны, если вы знаете. Кто меня часто видит на улице, со мной фотографируется, видит, знает, что у меня есть любимые штаники. Только вместо оранжевого идет синяя. Ткань такая же. В чем плюс? В том, что у меня за 2 года, что я их таскаю, нигде ничего не протерлось, обычно протирается. Здесь из этой же ткани шортики. Замечательный вариант таскать на каждый день. Нигде не торчат ни нитки, ни хрена. Все супер, все классно. Строчка тоже идеальная, все идеальное. Штаны меня радуют, очень радуют. Ссылочку на штаны я оставлю в описании. А здесь шортики тоже. Шортики великолепны. Великолепны. Поэтому рекомендую. Здесь у нас вот такая вот еще логотипчик идет, что это фирменные. Так, и поехали ко второй посылке сразу. Здесь вот такая вот стильная. Ух ты, какая интересная. Это как ее? Булавочка необычного вида, как мы привыкли, классическую. Здесь так интересно, булавочки, вот это фэшн. Ну, типа, признак хорошего. И вот такая вот футболочка, тоже летняя. Камуфляжка. Классная, классная на ощупь. В этом магазине, вот когда я покупаю что-то, одно удовольствие. Я уже проверял, в других магазинах берешь что-то, оно или катышками хватается через там месяц-два, или вообще до дырок протираются там, особенно между ног и где-то, может, даже под мышками. А вот именно у этой фирмы у нее всегда очень хорошая такая ткань. И вот такая вот интересная камуфляжка идет черно-серая. Мне нравится футболка, безумно классная, безумно крутая. В общем, такие вот дела, народ. Ссылочки я, естественно, оставлю в описании и на это, на все, и на штаны. В общем, я на этом с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока!